Мы постоянно рассказываем вам, как идет благоустройство областной столицы. И на этот раз информация об изменении известного всем объекта в центре Твери, который был неизменным более полувека. Возле здания бывшего детского мира на Тверском проспекте 10 снесли подпорную стенку, отделявшую тротуар от проезжей части. Ее демонтаж – часть работ по реконструкции Тверского проспекта. На этом месте установят другую конструкцию из бетонных блоков с металлическим ограждением сверху и декоративной поверхностью. Кроме того, на Тверском проспекте завершен демонтаж трамвайных путей и уложен нижний слой асфальта. Также идут работы по замене уличных фонарей. Сейчас рабочие прокладывают подземные линии электропередачи. Все работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».